26 ноября в 23 году в Алма-Ате вы провели митинг «Скажи нет животному миру». Я правильно, да, назвал митинг? «Скажи нет миру животных», да. «Миру животных», да. «Скажи нет миру животных». Почему название, во-первых, ну, такое ощущение, что как будто вы против животных были. Ну, на самом деле, митинг был про насилие, которое происходит в отношении людей. Ну, название само, почему оно в мире животных? Но здесь, когда мы говорим «скажи нет миру животных», мы не призываем людей, да, выступать против животных или как-то жестоко с ними обращаться. Мы говорим о правилах, которые действуют в животном мире, когда сильный всегда прав. Чем животное отличается от человека? Животное, когда оно чем-то недовольно или с чем-то не согласно, оно не может сказать слово «нет». Животное начинает агрессировать, оно начинает кусаться, кидаться, применять агрессию, да, то есть выстраивать свои границы из агрессивных каких-то поведений, да. Человек, в отличие от животного, он имеет функцию самоконтроля. Что это значит? Когда ты вышел на там, ты голоден, да, ты вышел на улицу, ты не начинаешь накидываться на людей и забирать еду, да? Человек может себя контролировать, он может спокойно улыбнуться и сказать «нет». Поэтому наша акция была названа «Скажи нет миру животных». Зоозащитники выходили против вашей акции? Я не скажу, что они выходили против. Было много разных комментариев с разных сторон, да. Ага. Но я думаю, что это давало только возможность людям больше проникнуться в тему, да, понять вообще, о чем акция. Я думаю, сегодняшнее интервью даст возможность расшифровать какие-то вещи, которые... Ага. Почему митинг прошел в Алма-Ате? Ну, Алма-Ата, наверное, вы знаете, что это самый большой город в Казахстане, да, миллионник, и большой культурный пласт казахстанцев все-таки в Алма-Ате. Поэтому была задача охватить большое количество людей и провести в Алма-Ате этот митинг. Когда мы акцию только запустили, да, нас поддержало очень большое количество людей, вот за что отдельная благодарность, что блогеры, да, вообще абсолютно на бесплатной основе, люди выкладывали наши посты, выкладывали наши призывы выйти с нами на этот митинг. И большое количество казахстанцев, которые живут даже в других странах, писали нам в Direct и говорили, а можно мы с вами вместе выйдем в этот день у себя там в другой стране и проведем этот митинг в поддержку.